В данном видео вы услышите следующее. Суд исключил жалобу Саакашвили из списка рассматриваемых им дел. А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк. Для нас это очень важно. Ну и что, приступим. Европейский суд по правам человека исключил жалобу Саакашвили из списка дел, которая касалась его лечения в пенитенциарной системе. В частности, по мнению Страсбургского суда, в данном случае нет особых обстоятельств с точки зрения защиты прав человека, которые потребовали бы дополнительное изучение вопроса. Было еще раз подтверждено, что обращение Саакашвили в пенитенциарной системе Грузии полностью соответствует стандартам, установленным Европейским судом, и его права и интересы полностью защищены, сказал Замашвили. Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в октябре прошлого года арестован грузинскими властями после нелегального пересечения государственной границы и перемещен в тюрьму.